А тем временем владивостокцы правым флангом атакуют и подача. В район дальней штанги от подающего скидка. Футболист под номером 98 владивостокцев классно смещается для того, чтобы из центра метров 17-18 правой ногой пробить. Дмитрий Калугин, подача. Опасно. И супергол получается. Но суперзрелищный. Нельзя сказать, что какой-то невероятной силы и мощи удар. В составе команды гостей Александр Павлий, центральный защитник. Против Саламахи он сыграл, на мой взгляд, опасно, но так как мне было хорошо этот эпизод видно, так же, как и вам. А вот судьям и главному арбитру, и помощнику первому не очень. А там была ситуация, при которой выше пояса была поднята нога футболиста. Каким образом они будут мячом распоряжаться? А тем временем неплохо им распоряжаются на чужой половине снова владивостокцы. Так как позиционная атака у владивостокцев. Ну, кстати, которая заканчивается ударом примерно метров с 9 прямо по центру. Но, может быть, сейчас чуть-чуть опять-таки смогут они восстановиться за эти несколько секунд, пока была пауза. И в итоге они в чужой штрафной. И удар. В борьбу. В отбор. Сумели мяч под контроль себе снова забрать. И в итоге опаснейшим ударом от Саламахи заканчивается эта атака после передачи. Классный. Рядом с которым Артем Коржунов, короткий розыгрыш, которому помогает Винниченко. Ох, какая классная комбинация! Молодец, против него Подпругин. Илья, передача на партнера в лице Мануковского. И вот он первый удар в створ от гостей в этом матче. Организовать, сделали это. И вот смотрите, какая замечательная подача от Калугина! Но просто самонаводящаяся на Валерия Саламаху. Дмитрия, конечно, мы с этим пасом поздравляем. Денис Колесников на поле появился, а вот кто поле покинул, к сожалению, я не рассмотрел. Потому что сильно мы увлеклись тем, чтобы посмотреть, каким голом по счету стал забитый мяч для Валерия. И, в общем-то, все эти статистические моменты. Розыгрыш. От «Динамо». Подача от Калугина снова замечательная. И право на угловой зарабатывают владивостокцы. От Гордиенко удар от Смородского тоже заблокирован. Как и несколькими мгновениями ранее от Гордиенко. И в итоге долго готовится к исполнению штрафного удара Александр. И передача. Ну, кстати, хитро получилось. Все ожидали диагональный пас, а в итоге он пошел вертикальный. Этот факт зафиксировать уже по ходу этой трансляции, а не после нее по факту перепросмотров. Винниченко и Коржунов. Подача от Валентина. И, наверное, есть смысл Роману. Ой-ой-ой, вторая желтая карточка Сергею Смородскому. Ну, не знаю, уважаемые зрители, ну, наверное, как бы, конечно же, фол-то да, это понятно, но что первый, что второй, неужели оба на желтую? В центре поля еще один угловой от владивостокцев, и момент, и мяч в воротах. Наверное, с хорошей игрой мы владивостокцев можем сегодня поздравить. А футболистов, забивших мячи с пополнением своих лицевых щитов. Напомню, что Валерий Саламаха становится теперь главным бомбардиром своей команды с 5 голами. Но прошла сейчас та, которая понадежнее. И смотрите, какой удар от Данила Гусевского с правой ноги.